Инспекторы административно-технической инспекции сегодня боролись за городские газоны. Дело в том, что некоторые водители превратили островки зелени в болото грязи. Да вот мы видим, да? То есть транспорт средства находится на земельной территории. То есть человек заехал через тротуар, соответственно. И мы видим то, что здесь следы транспортных средств накатаны, все укатано, да? Но в том числе ближе к обеду машин, соответственно, здесь становится больше. Они разворачивались прямо на тротуаре. Вот идешь, бывало, и стоишь, пока он развернется. Беспорядок. Это целый газон, вот они заставили. Газон раньше был тут. Трава росла, цветочки, все, кустики. А сейчас одни машины кругом. И по тротуару, и через эту бордюр все лезут, лишь бы куда только поставить ему. Значит, она нарушила в данный момент правила административного правонарушения. Значит, мы фиксируем сначала госномер. Далее мы с любого ракурса, может, хоть с правой, хоть с левой стороны, зафиксировать именно, что есть бордюрный камень и есть как бы озелененная территория, да, но в данный момент, конечно, нету здесь, они уже все ее раскатали. Но здесь видно, что здесь должен был быть газон. И мы фиксируем, захватываем и бордюрный камень, и газон, и, естественно, машину. Мне штраф придет, вам что еще надо? Если бы было место вот на вашем месте, я бы встал туда, его здесь нету, что непонятно-то? Здрасте! Скажите, пожалуйста, на газоне стоите ведь? Это как бы общепринятое место для парковки. Вообще-то это нет, это газон, и вот вам знак, пожалуйста. Но зона давно уже не зеленая, здесь все ставят. Потому что укатали. Потому что больше ставить негде обычно. Штраф придет. Пока не приходил. За 2018 год нами составлено порядка 1500 протоколов на общую сумму 3 миллиона рублей. За текущий год, 19, то есть за прошедший период 2019 года, нами уже порядка 150 протоколов. Общая сумма там 350 тысяч рублей уже наложено. Когда людей, так сказать, составляешь на месте в присутствии сотрудника ГИБДД, то в дальнейшем на следующий день этой машины уже на этом месте нет. И до человека, в принципе, если он здравомыслящий, доходит, и он, ну, не попадается больше.